лица. Так, ну что, на пропитку? Красота. Даже после стабилизации дерева, после накрола, после варки, сколько еще масла сюда залазит. Я сразу не стал снимать, а надо было. То есть в стабилку еще и масло залазит хорошо.
тоже текстура вылезла вся. Красивая деревяшка. Ну вот, после пропитки получается такая вот ручка. Бомба. Привет. Привет. Что ты делаешь? Я клею картину. Ух ты ж. Одну я уже приклеила. Красиво. И долго клеила? Где-то 2 года или 1 год. Молодец. И закрыть надо эту чушь. Закрывай. Да, она прикрыта. Ты, у тебя что, обучающий урок идет? Да. Обалдеть. Ну ладно, трудись. Ребятенок. И как ориентированы стразы, которые находятся в лотке. То есть мне не обязательно делать так, чтобы ребра вот это. А это уже подсохло. Перес. Не надо мне так пальц клеить. Называется «Собираем на коленке». Нет у меня пробойников, нет у меня накатки, нет у меня крутых и фирменных прибамбасов. У меня есть шило. И вот так вот ровненько получается. Потом это все склеивается. Опять же подгоняется по ножу. Вот поэтому именно так вот. Нет, не так. Вот так вот. Видно, да? Чуть дальше. Вот так вот. Это еще здесь срежется. Будет нормально. Потом это также отмечается.
ручечкой. Склеивается, пробивается с другой стороны. Потом прошивается. Ну, конечный результат, в принципе, я вам покажу, ребята. Как это, что это делается? Ножны с ножиком на коленке. Да, дочка? Молодец. А у нас это творческий процесс. Как-то так. Ну или так. Привет соседям. Называется. То, что я вам показывал. Тихонько. Вот так. Это называется «Люблю соседей». Ну, а так, привет, соседи. Вика, не стучи. Вот так. Как-то так. Так, ну что, друзья, все, закончили мы творческий процесс. Ножны готовы. Получаются они вот такие. Пропитаны химией. Вдребезги. Можно в воду бросать. Ничего не будет с ними. Так, это у нас... Вот для этого красавца. Вот для этого красавца. Вот получился вот такой якут. Камера, конечно, не передаст всего. Это средний якут. Длина клинка 150. Ширина 20. 22, по-моему. Что-то такое. Это клинки кузни Леонида Васильева. Очень хорошая. Сталька здесь. D2 стоит. Сделано тоже шикарно. Пользуйтесь, поправляйте просто, да, и все. Так, это раз. Все, вот такая вот получается вещь. Вот вторые нужны.
же самое. Клинок. Такой же. Параметры такие же. Сечение яичка. Тёпики. Все как положено. Также заточено. Вот так вот. Можно бриться. Показывать неохота. Потом долго отрастают. Сидят конкретно. Ничего не выпадет. Два красавца получились. Всем добра.